Славянское ДРСУ – крупнейшее предприятие дорожной отрасли нашего района, которое успешно работает с 1930 года. Предприятие осуществляет свою деятельность по эксплуатации автомобильных дорог общего пользования, в том числе по их строительству и ремонту. В этом году Славянское ДРСУ решило модернизировать свое производство. Изменения коснулись асфальтобетонного завода. На торжественном открытии новой современной линии по производству дорожного покрытия побывали и наши корреспонденты. Начало работы модернизированного асфальтобетонного завода – важное событие в жизни Славянска на Кубани, которое позволит значительно улучшить качество проведения дорожных ремонтных работ и выведет отрасль на новый уровень развития. С открытием новой современной линии по производству асфальта коллектив Славянского ДРСУ поздравил руководитель предприятия Евгений Борисов. Мы бы не сделали никогда это без нашего коллектива. Коллективу отдельное огромное спасибо. Они последнюю неделю, наверное, работали практически круглосуточно для того, чтобы это все получилось и произошло. Спасибо вам. На торжественном мероприятии по случаю запуска новой линии присутствовал глава Славянского района Роман Синеговский. Он выразил уверенность, что завод, который уже дал новые рабочие места, будет работать ради процветания нашего района и на благо его жителей. Задача, которая ставится перед властью, это создание комфортных условий для проживания горожан. И поверьте мне, если у нас будут благоустроены наши дороги, наши тротуары, будут благоустроены наши дворы, конечно же, это уже 50%, скажем так, работы моей команды и, наверное, горожан, которые тоже участвуют в целом в развитии нашего города и района. Реконструкция предприятия началась всего полтора месяца назад, и уже на этой неделе была запущена новая установка с производительностью 50 тонн в час асфальта. Это в три раза больше, чем производительность старой линии. В будущем планируется увеличить производительность до 90 тонн в час. В день открытия завода на ремонт славянских дорог уже отправилась первая машина, груженная горячим асфальтом. Надежда Калинина, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События».